Оглянитесь вокруг, и вы увидите те бесконечные дары, о которых раньше вы, может быть, даже и не задумывались. Ваша жизнь, ваша семья, ваши родные и близкие люди, ваш дом, возможность каждый день любоваться восходом и закатом солнца. И заметьте, все это бесплатно. Если бы взималась плата за такую возможность, то люди ценили бы такую красоту больше. Возможность видеть, слышать и смотреть на все, что вам нравится, восхищаться красотой, изобилием и гармонией природы, любить и быть любимыми и многое-многое другое. А тот комфорт, который мы имеем сегодня, электричество, свет, теплая вода, телефон, бытовая техника, ведь совсем недавно людям приходилось обходиться и жить без этих удобств и комфорта. Осознайте те многочисленные дары и маленькие радости, которые у вас есть. Составьте свой список. Вы даже можете завести дневник благодарностей и заносить туда все, что посчитаете нужным. Почувствуйте благодарность к жизни. Это поможет переключить ваше внимание и сконцентрироваться на том, что у вас уже есть сейчас.